Установить фильтр аквафора очень просто. С этой задачей справится каждый мужчина, имеющий пару рук, необходимые инструменты и начальный навык обращения с ними. Итак, мы устанавливаем водоочиститель Кристалл Эко. Для установки фильтра нам понадобятся следующие инструменты. Дрель, сверла диаметром 12 мм и 3 мм, разводной ключ, трубчатый ключ на 14 и крестовая отвертка. В комплект водоочистителя входят, собственно, сам фильтр со сменными модулями, узел подключения, кран питьевой воды и подводящие трубки. Первым делом определим места установки крана питьевой воды и самого водоочистителя. При этом следует учитывать, что подводящие трубки должны проходить свободно, без изломов и натяжения и не контактировать с горячими предметами, например, с трубами горячего водоснабжения. Устанавливаем кран питьевой воды. Для этого в выбранном месте сначала сверлим отверстие диаметром 3 мм, а затем рассверливаем его до 12 мм. Надеваем на хвостовик крана декоративную шайбу, резиновую прокладку и вставляем кран в просверленное отверстие. Снизу на хвостовик крана надеваем резиновую, пластиковую и стопорные шайбы и фиксируем гайкой. Затягиваем гайку трубчатым ключом. На подводящую трубку с латунной вставкой надеваем накидную гайку, прикручиваем гайку к хвостовику крана и затягиваем трубчатым ключом. Перекрываем подачу холодной воды и открываем кухонный смеситель, чтобы сбросить давление в водопроводе. Используя разводной ключ, откручиваем гибкую подводку смесителя от трубы холодного водоснабжения. Из гибкой подводки вытечет небольшое количество воды, поэтому лучше заранее подставить емкость или подложить тряпку. Проверяем, на месте ли уплотнительная прокладка в накидной гайке узла подключения. Накручиваем накидную гайку на трубу холодного водоснабжения. Ориентируем выходной штуцер узла подключения таким образом, чтобы было удобно открывать кран и вставлять подводящую трубку, и затягиваем накидную гайку разводным ключом. Проверяем наличие уплотнительной прокладки в накидной гайке гибкой подводки смесителя, накручиваем гайку на резьбовую часть узла подключения и затягиваем при помощи разводного ключа. Закрываем кран на узле подключения и открываем подачу холодной воды. Закрываем кухонный смеситель и проверяем узел подключения на герметичность. Подсоединяем подводящую трубку к узлу подключения. Для этого вынимаем стопорную клипсу из-под цанги, вставляем смоченную водой трубку в цангу на глубину примерно 15 мм и фиксируем цангу стопорной клипсой. Чтобы отсоединить трубку, необходимо вынуть клипсу, надавить на цангу и одновременно вытянуть из цанги трубку. Устанавливаем сменные модули в водоочиститель в порядке, указанном в паспорте. Для установки модуля вставляем его в соответствующее гнездо коллектора и поворачиваем по часовой стрелке до щелчка. Если нужно снять модуль, то нажимаем на стопорную кнопку и одновременно поворачиваем модуль против часовой стрелки. В выбранном месте для размещения корпуса водоочистителя размечаем и сверлим отверстие под саморезы. Закручиваем саморезы в отверстие и вешаем фильтр на саморезы. Подсоединяем к фильтру подводящие трубки, ориентируясь на стрелки, нанесенные на корпусе. Для этого снимаем стопорные клипсы, вставляем смоченные водой трубки на глубину около 15 мм и возвращаем клипсы на место. Открываем кран узла подключения. Из крана питьевой воды пошла вода. Когда перестали идти пузыри, закрываем его и осматриваем водоочиститель на предмет протечек. Теперь нам осталось промыть наш фильтр. Для этого откроем кран питьевой воды на 10 минут. Закроем кран и дадим фильтру постоять 10 минут. Вновь откроем кран, теперь уже на 50 минут. Ну вот, наш фильтр установлен и промыт. И нам осталось лишь наслаждаться вкусом чистой питьевой воды.